даже не знаю. Что вы не торпеду выше подвели? Ментил. Не надо. С базы отдыха. Полевецкого района Сумской области. Восьмерки. Я думаю, что полно кидает машину с бока на бок. А эта машина сама так делает? Она сама дорогу себе выбирает? А чё ж той так быстрее поехал? Винтоповка? Угу. Небо снимаю чуть-чуть ниже. Ниже торпеда. Ну, сюда поднимись, и угол там не будет. Наверное. Ого, кидает. Что такие было? Ямки? А скорость 10 км/ч. 9. Ну, хорошо. Я быстро трясы. Целлюлит. Мне еще долго снимать? Давай я поснимаю. Я просто спросил. Да. Я хочу великие ямки. А ты за руль сядь. Боюсь, вы пойдете пешком. Ну тут так часто руль надо выкручивать вправо-влево. Позвонка хорошо. Массаж не надо робити. Так спину три, так трясе, и всі суставчики позвонка. Направлять на лечение сюда, да? Ні, наоборот. Будеш кожен день кататися. А що тут? Долина тут катать? Ні, асфальт. Щебенка. Розбитий асфальт, воно як щебенка. Тихо, кто? Все нормально. Возможно. Ух ты, ё-моё. Thank you.
понятно. На весу будем поддерживать. Семья. Может, на баранку положить, меня поддержит. Да, пожалуйста. Серьезно? Смотрю. Ты уже знаешь, да? Я Калина. Опытнее. Все тут есть, как мне еще. Сейчас. Уже хват? Сейчас доедем, еще две ямы. Красота ночью.
Все.